Кстати, внимательно смотрим. Вопрос. Из чего все же суп? Ну, что-то говядина ясно. И тут такая себе. Ну, как это? Может быть, хвост? Чей, блин, буйвол? А почему нет? Кого? Буйвола? Хвост? Ну, блин, у него он тоненький, блин. Это такое вообще, что с этого хвоста? Он наваристый, это же скуконатый. Я вообще сварил бы холодец, но тут уже другие ингредиенты у нас. Картошечка. Короче, будет суп с такой фасолькой. И все. Да? Вкусно будет суп? Не очень. Точно. А это, а гуляш вкуснее протушится. А Джинул Белл, смотри, какой красивый. И огурчики бочковые тебе принес вкусненькие. А, и да, кстати, холодец дубль 2. Нормально, да? Да, можно в кого-нибудь кинуть. 100%. Его можно резать ножом. Мутненький, ну, в следующий раз знаем, как уже варить, да? Mm. Чтоб не кипел, а томился. Мясо сколько. Всем добрый вечер. Ребят, я надеюсь, пока в Крыму идет дождь и строится наш Ноев ковчег, вам потихонечку зайдут такие идеи или фигню снимаем? А, кстати, шуба будет. Просили.